Как вы понимаете, чтобы человек мог полноценно жить, полноценно развиваться и чувствовать себя счастливым, в первую очередь, что ему нужно? Ну, конечно же, здоровье. Без здоровья никуда не деться, да? Если человек, у человека там что-то болит, ему весь свет не мил, и развиваться дальше, там какие-то вершины достигать совсем не хочется. Хочется разобраться с тем, что вообще в организме происходит. И об этом как раз сегодня у нас пойдет речь, о том, как каждый человек, любой, без медицинского образования, без каких-то специальных навыков, мог бы поддерживать свое здоровье, заниматься профилактикой каких-то сложных проблем, да, и, или если уже есть какие-то сложные проблемы хронические, то смягчить их влияние, да, может быть, даже и совсем в ремиссию ввести. Потому что очень многие сейчас говорят, ой, так надо получать медицинское образование, чтобы следить за своим организмом, или постоянно там на какого-то врача надеяться, врача очень сложно найти, которому доверяешь и так далее. Друзья мои, у нас сейчас такие возможности, что каждый человек, будь то бухгалтер, будь то дизайнер и так далее, может сам за своим здоровьем уследить и поддержать. Поэтому, друзья, мы сегодня как раз этим и займемся с вами. Здоровье обычно какое у нас бывает, как его подразделяют? Здоровье физическое, психическое и социальное. Вот сегодня мы о физическом здоровье будем говорить, да. Оно обычно складывается из трех составляющих. Первое – это психологический настрой, психология, коротко. Движение, двигательная активность, да, без движения, сами знаете, ни туда, ни сюда, да, движение – это жизнь. И третий большой раздел – это еда, вода и среда, в которой человек находится. Так вот, как раз о третьем вот этом подпункте сегодня и пойдет речь. Большинство людей сейчас уже стало понимать, что для здоровья нужно правильно питаться, да, выбирать продукты почище, воду получше, уже не покупают постоянно доширак и кока-колу, да. То есть уже народ поумнел в этом плане, но зачастую люди на этом и останавливаются, думают, что этого достаточно. Я не стал есть колбасу и сосиски, вот я сейчас буду здоровым. А между тем, друзья, очень часто сталкиваюсь с жалобами людей, которые вот ведут здоровый образ жизни, да, аллергии, мигрени, да, что говорить, вот вирус, который многих нас уже коснулся, да, организм сильно загрязняется от разных факторов, от экологических, от того, что у нас электромагнитное излучение, да, все на нас влияет, и качество еды тоже, даже самый чистый, мы все равно не найдем сейчас в магазинах, прям вот у нас на полках, если ходить, совсем без консервантов еды. Да, правильно, а это все тоже загрязняет наш организм. Отсюда и мучаются даже зожники головными болями, нехватка энергии и сил. Частые стрессы мучают, потом живот болит, потому что флора вся сжигается и так далее. Почему так происходит? Ну, потому что вот в такой обстановке мы сейчас живем. Что делать? Ничего с этим не поделать, да, надо как-то научиться с этим жить. И вот сегодня как раз мы с вами об этом и поговорим. В Японии, например, уже давно поняли и успешно применили на их образе жизни одну интересную вещь. Это клеточное питание. То есть основа в чем? Воздух, пища, радиационный фон, вирусы, бактерии, все это влияет на наши клетки, на клетки нашего организма. И они под этим воздействием портится их структура. А если клетки нездоровы, то нездоров и весь организм, он начинает болеть. Но если планомерно, вот что сделали японцы, они начали следить за здоровьем клетки, начали подкармливать клетку, начали очищать клетку. И посмотрите, какие у них прекрасные результаты по долгожителям. Это Япония одна из стран долгожителей. Продолжительность жизни в этой стране одна из самых лучших по всему миру. А вы посмотрите, какой образ жизни у японцев, он же бешеный. Им там, у них там большая скученность, у них маленькие территории, у них не рассеян
не рассеяно население, как у нас в стране, да, на километры один человек иногда бывает. У них там они друг на друге живут, они работают там по 12 часов каждый день без выходных. Как они выживают и как у них получается такое? А просто потому, что в один прекрасный момент, посмотрев на это все, правительство поняло, что нужно просто помогать народу. И они обязали людей клеточное питание использовать в своем рационе. И я предлагаю нам просто перенести этот опыт японский на себя. И самое приятное, что нам, в принципе, ничего такого серьезного по этому поводу предпринимать не надо, потому что уже все давно разработано. И есть такая система, которая пошаговая система оздоровления, которая применяется уже более 20 лет и успешно применяется. Разработана эта система докторами, врачами, академиками, учеными и так далее. Эта система называется концепция здоровья. Откуда она взялась? Она зародилась в коралловом клубе, о котором я очень часто говорю. Если не знаете, никогда не слышали, пожалуйста, просто напишите мне в личку или любому участнику этого эфира и спросите поподробнее, мы вам расскажем, потому что мы очень любим этот клуб. Этот клуб нам дал очень многое по здоровью, большой опыт, и каждый из нас имеет отличные результаты по применению этой концепции здоровья. В чем эта концепция состоит? Она основана как раз на возобновляемости клеток. То есть у каждой клетки есть свой срок жизни. Например, слизистая желудка восстанавливается за несколько часов или дней, кожа за 150 дней обновляется, печень за 6 месяцев, кровь за 2-3 месяца. То есть, представляете, если подкормить вовремя клетку, если правильно ее поддержать, то мы можем через некоторое время иметь совершенно новый организм. Только кости обновляются там по 10 лет, да, это дольше всего, если у вас проблемы с костями. А так, если планомерно действовать, можно иметь хорошее здоровье на вот этой поддержке. И вот эта система, концепция здоровья, состоит из нескольких этапов. Первый этап – это напоить, то есть дать столько воды клетке, сколько ей нужно. Второй этап – это очистить. От чего нужно чистить? От токсинов, от паразитов, от бактерий, грибков, вирусов и тому подобного. Все, что вот плохо влияет, портит клетки. От этого нужно чистить. Мы же ведь все дома делаем уборку, да? Точно так же нужно делать уборку и в нашем организме. Причем недостаточно это делать раз в год, это нужно делать планомерно через определенные периоды времени. И третий этап – это накормить. То есть после того, как мы почистили, нам нужно все-таки добавить туда строительный материал, на котором будет строиться здоровье клеток. Что нужно клетке каждый день? Правильная вода, ферменты, полиненасыщенные жирные кислоты, полезные бактерии, витамины и минералы и аминокислоты. То есть вот это вот все необходимо каждый день. Вот скажите мне, пожалуйста, вы вообще задумываетесь об этом каждый день? Вот как накормить клетку, чтобы каждый раз, каждый день дать ей ровно столько, сколько необходимо? Большинство из людей это даже не думает об этом совершенно. Просто потому, что мы бежим, нам некогда, мы не заморачиваемся, да, а в итоге потом получается, там болит, вот тут не уследил и так далее. Так вот, для того, чтобы каждый человек, независимо от уровня образования, независимо от загруженности, мог самостоятельно грамотно поддерживать свое здоровье и укреплять его, и заниматься профилактикой и облегчением своих хронических заболеваний, и была разработана концепция здоровья. Как ее применить? Вот здесь как раз, чтобы применить, есть такая программа, она называется «Программа 90», о которой как раз и был анонс этого эфира. То есть как? Эта программа состоит также из трех этапов, соответствующих концепции здоровья. Напоить организм, очистить и накормить. Параллельно это же и защищает организм, то есть защитить. То есть если планомерно, начиная вот с января, январь напоить, февраль очистить, март накормить, потом с апреля начинаем опять напоить, очистить, накормить,
Понимаете, да? Если весь год эти три этапа повторять, то организм будет насыщен необходимыми веществами и всем, что нужно клетке. И он будет постоянно обновляться. И тогда, даже если какие-то вот вирусы, какие-то сложности, какие-то жуткие стрессовые ситуации, несмотря ни на что, если вы будете поддерживать с помощью вот этих этапов свой организм, он будет переносить все эти перипетии жизни намного легче. А иногда некоторые вещи вы даже не заметите. Так люди, проходящие полномерно программу 90, перестают реагировать вот на погодные условия, перестают реагировать на вот это цветение весеннее, поленос проходит, вот эта проблема, да. И многие хронические заболевания либо приглушают свое действие, либо вообще уходят. Вы, наверное, видели у меня в анонсе, там были несколько видео, отзывов про это. И каждый из тех, кого я сейчас буду подключать по очереди, тоже может поделиться своим результатом. Я сейчас хочу, чтобы мои гости по очереди поделились тем, рассказали немножко о каждом из этих этапов программы 90. Программа 90 – это последовательное применение наборов клеточного питания. Вот таких вот коробочек, как у меня, например, вот есть еще, у меня тут много их, вот это вот самое первое, да, например, гидратация. Или вот другие есть, я сейчас все показывать не буду, девочки покажут. И каждый расскажет, что в этих программах и как их применять. Я сейчас попрошу сюда, подключу сюда Яночку Ротор, первую нашу дорогую девочку. Вот она, умница моя. Привет, привет, дорогая. Задержка идет, потому что только-только увидела, что ты приглашаешь. Чуть-чуть немножко. Все, хорошо, прогрузилась. Подкорректируюсь с камерой, как меня видно, слышно. Всем здравствуйте. Все привет, хорошо? Привет. Прекрасно, да, все хорошо. Ты можешь уже начинать рассказывать, у тебя 10 минут есть. Все, я постараюсь очень коротко. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Яна, и я вам расскажу о программе, которая является спутником моей жизни ежедневно. То есть я ее применяю на протяжении нескольких лет постоянно, каждый день. Программа называется Coral Detox, и немножко издалека, наверное, начну, да. Мы живем в современном мире, современные условия диктуют нам определенные, ну, то есть нам нужно подстроиться под наш современный мир, скажем так, да. Мы дышим воздухом, который, ну, мягко говоря, не самый чистый, да, не в Альпах живем. Мы, приходя в супермаркет, видим составы продуктов, которые, ну, тоже далеко не всегда являются натуральными. Вода тоже далека от совершенства. Поэтому компания, вот, о которой Наташа уже упомянула, «Коралловый клуб», предлагает нам комплексное решение, которое поможет помочь нашему организму, да, немножко масло-масляное, простите меня, я тоже немножко волнуюсь, поможет нашему организму справляться с теми условиями, в которых мы, собственно, проживаем, да. Вот коробочка выглядит вот так, я поближе поставила. Вот. Я тоже покажу. Да, вот там выглядит коробочка, здесь есть инструкция и описание всех продуктов. И сейчас я просто скажу, из чего состоит, у нас время ограничено, да, что конкретно каждый продукт позволяет нам, каким образом каждый продукт позволяет нам помочь организму. Итак, первый продукт это, видно, это антиоксидант, самый мощный, на мой взгляд, антиоксидант. Он помогает нейтрализовать токсины и, собственно, чтобы они не размножались, да, буду таким простым языком говорить. И второй продукт, который помогает вывести водорастворимые токсины, это Coral Mine. Ага. Coral Mine – это вода, обогащенная морскими минералами, и вот в совокупе вот эти два продукта позволяют вывести водорастворимые токсины, которых у нас в организме 80%. Следующий продукт – это ассимилятор. Это растительные ферменты, которые помогают качественно расщепить ту пищу, которую мы, собственно, предоставляем нашему организму. И, естественно, раз у нас качественно расщеплена
пища, значит, не будет никаких отложений, не будет процесса гниения, да, и качественно все это будет выводиться, ну и всасываться организмом. И второй продукт... А можно я еще 5 копеек про стимулятор скажу? Да-да-да. Это очень безопасные ферменты. Часто в аптеке мы покупаем ферменты, к которым наш организм очень сильно привыкает, а вот эти растительные, к ним не привыкают. Это все равно, что мы капусту с морковкой съели, и вот ферменты тамошние задействовали. Прости, я все перебила. Нет, спасибо большое. Я просто очень люблю продукты. Да. И второй продукт – это коралл-лецитин. Это вообще, наверное, такой уникальный продукт. Это источник фосфолипидов. Это оболочка всех наших клеточек, то есть мембран клеток. Это крепкая нервная система, это наша память. Это усидчивость детей. Но в конкретной вот этой программе это... нейтрализация жирорастворимых токсинов, и в совокупе вот эти два продукта позволяют вывести жирорастворимые токсины, которых 20% в нашем организме, ну, то есть 100% утилизировать, да, то есть нейтрализовать и утилизировать. И если водорастворимые токсины у нас выводятся посредством почек, то жирорастворимые токсины у нас выводятся посредством печени, да, и желчевыводящих путей. Поэтому ни один из этих компонентов, к сожалению, нельзя исключить из этой программы, да, так как будет неполноценное выведение. Поэтому именно в совокупе и именно ежедневно, да, потому что дышим, кушаем и пьем мы каждый день, и внутренний душ, как я называю эту программу, тоже стоит принимать ежедневно, то есть утром и вечером. Вот если коротко, то, наверное, все. Да, чудесно. Спасибо большое тебе, Яночка. Сейчас тогда отключаем тебя, да? Получится. Сейчас. Яна, ты можешь сама отключиться? Так, сейчас получится. Вдруг понемножку переделали интерфейс Инстаграма, я вдруг не вижу, где тебя отключать. Я могу только совсем выйти, потом зайти. Давай так? Давай, ага, будет так проще пока. Спасибо, дорогая моя, что рассказала, поделилась. Я тоже очень люблю эту программу. Эта программа как раз отвечает первому этапу. Она помогает напоить, во-первых, организм, потому что, так как вы видели, там Coral Minds H500 есть, это изменение структуры воды, улучшение структуры воды. И плюс они выводят все виды токсинов, вот. Весь состав Coral Detox. И еще Coral Detox был создан докторами, профессором Подхомутниковым и его женой. И это уже программе этой уже 20 с лишним лет, и она успешно работает по всему миру. Уже многие тысячи людей на нем получили огромный результат прекрасно. Я знаю, что у людей проходит аллергия на нем, проходят головные боли, уходят вот эти вот фурункулы, чири и тому подобные вещи. В общем, просто красота. Вот эти юношеские прыщи, это тоже вот Coral Detox помогает. Так, следующий наш гость у нас будет Баира, да? Давай я тебя подключу. Баира нам расскажет про следующий этап, про очищение организма. Баирочка, привет, рада тебя видеть, красавица наша. Привет. Всем привет, Наташа, тоже привет. Друзья, ну, поздравляю, во-первых, конечно, с праздником. Сегодня у нас действительно большой праздник, 9 мая, да, День Победы мы празднуем. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам, которые защищали нашу родину. А сегодня мы тоже, так получилось, что в праздничный день вышли в эфир, но с не менее важной и интересной темой, да? Вот, наши деды воевали против врагов. А на сегодняшний день у нас наши враги – это так называемые, знаете, паразиты. Но под одним таким большим словом прячутся очень много видов на самом деле, и это такие невидимые враги. Период пандемии коронавируса нам это четко показали, да? Все люди сидели дома, ездили по улицам только машины, экипированные полностью, да, такой противочумной одеждой, медицинские машины, да, значит, в рупор патрулирующие машины МЧС,
говорили, всем оставаться на своих местах. Нельзя выходить из дома, да? То есть мне это напомнило войну, вот честно, да? И против чего, собственно, это вирус, да, вирус, коронавирус на нашей земле заявил так о себе знать. Но, друзья, помимо этого вируса у нас, как я сказала уже, очень много этих, как оказалось, врагов, таких невидимых. Но эти враги, они тоже жители нашей планеты, такие же, как и мы. И просто на самом деле выходит, получилось так, что нам нужно научиться с ними дружно жить, не воевать, не бороться, а сосуществовать, да, и чтобы мы не беспокоили сильно их, и они нас в том числе. Вот, друзья, и кто прячется под этим большим названием «паразиты», это на самом деле несколько больших видов. Это сюда мы можем отнести и глисты, да, то есть аскариды, ленточные черви, круглые черви, черви-сосальщики. Это острицы, да, это большой вид вот таких под одним тоже названием. То есть мы, получается, в такие подвиды, да, как бы называем одним словом глисты. Вот. Но также у нас есть еще один менее видимый мир, это мир бактерий. И это тоже очень огромный мир. Вот если глистов там 352 вида, то бактерий еще больше. С каждым годом ученые все больше и больше выявляют разновидности бактерий, которые раньше не были знакомы биологам, да? Поэтому этот мир действительно огромный, и он невидимый. То есть нашему человеческому глазу он не видит его. И такое ощущение, как будто его нет, что-то мы выдумали, да? Но на самом деле мы можем это почувствовать именно симптомами бактериальные, да? Когда проявление бактерий, чрезмерное появление в нашем организме. Еще один большой крупный вид, друзья, сюда же относящийся к паразитам, это грибки, грибковые инфекции, да? Вот к нам подсоединился врач Алена Юрьевна Братишко, которая уже очень много, Алена, здравствуйте, да, видит проявления этих грибковых инфекций, да и мы тоже сами с вами видим такие проявления кандиды инфекции, как молочница, да, вот все время женщины очень многие страдают, да и дети в том числе. И еще один, друзья, большой вид – это вирусы. Это вот сейчас мы познакомились, так сказать, с коронавирусом, да? А на самом деле вирусов очень-очень много. Приведу просто буквально несколько названий таких, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это и герпесные инфекции, да? То есть это герпес-вирус, это папилломавирус, это Эпштейн-Барр-вирус, да? То есть и вирусов, как и бактерий, тоже огромные разновидности. И с каждым разом, как мы знакомимся, там и Эбола, да, и Марс, и все. Так что и вирусов тоже большое-большое количество, друзья. Но еще есть менее видимый мир, это мир простейших. Такие, как лямблии, да, такие, как вот палочки какие-то, шигеллы, клебсиеллы. То есть это вот одноклеточные, которые... такая же многочисленная армия. И вот представьте себе, весь этот мир, вот если их всех соединить, это их гораздо больше, чем нас, людей. Вот. И они тоже хотят жить. И как мы увидим проявление их у себя, у людей, да, то есть вот это вторая огромная причина, вот первая причина, Наташа сказала, это промыть, напоить. Именно, как Яна сказала, программа Coral Detox, она промывает и приводит внутреннюю среду в нужное, хорошее, нормальное, родное состояние, да, то есть слабощелочное состояние. Когда мы создали среду в нашем организме, поверьте, тогда уже очень хорошо создается такая внутренняя среда, хорошая для нашей положительной флоры. И эта флора не очень благоприятна для как раз-таки патогенной флоры. Но для того, чтобы мы правильно, хорошо себя чувствовали, нужно обратить внимание на симптомы, которые у нас проявляются. Согласитесь, как иначе мы можем понять, на что, собственно, важно обращать внимание? Вот
У моего ребенка, когда он был маленький, он очень сильно потел ночью, по ночам очень сильно потел. Подушка прямо мокрая и пот тек, хотя он спал без одеяла, и в комнате достаточно было прохладно. Вот. Но на тот момент я, знаете, как-то, я вот даже не знала. Вот все благодаря коралловому клубу, за что я действительно говорю огромное спасибо, то, что я решила проблему вот у сына, да, именно вот такая противопаразитарная небольшая программа была, вот, собственно, об этом я сейчас хочу сказать, да, которая убрала такой нехороший симптом, и в том числе дерматит. Вот. Атопический дерматит сейчас просто бич современного мира, когда на непонятные проявления непонятно начинает что-то высыпать, чесаться, крапивница, да, насморк, и все это как бы еще не диагноз, но вот такое неприятное, неприятное проявление. Вот. И детки сейчас очень сильно мучаются, и мамочки в том числе. Оказывается, так же было и у моего ребенка. Вот такие вот здесь высыпания, расчесы, ушки рвутся, под коленками тоже были расчесы. Вот, поэтому все это было, да, оказывается, вот это нужно просто пройти противопаразитарные программы. Какие еще бывают симптомы, друзья? Головная боль, раздражительность, непостоянный стул, то запоры, то жидкий стул, да, то диарея может проявляться. Даже энурез, друзья, это тоже могут быть проявления именно паразитарных инфекций. Это очень сильный налет на языке. Это выделение из глаз сильные после вот ночи. Вот. Дальше, друзья, какие могут... Это болит животик на непонятное как бы проявление этиологии, да? То есть колики какие-то, колиты какие-то разные. Вот я уже сказала, высыпание на коже. То есть это, друзья, все. Бывает такая повышенная температура, тоже непонятная, да? Вот. А вот на это все нужно... именно обращать внимание, скрежет зубов у детей, да, зуд в заднем проходе, ну, это уже совсем прям явные признаки. А вот то, что я сказала, сопутствующие признаки, мы даже порой и не обратим на это внимание, и не можем, ну, не свяжем это с именно паразитарным вот таким проявлением. И, друзья, как хорошо, что у нас в Коралловом клубе есть такая замечательная концепция здоровья, о которой Наташа сказала, да? Вот, я хочу сейчас вас познакомить с противопаразитарной программой. Нам, современным людям, действительно очень удобно. В каком плане? Конечно, нужно различать. Есть лечение, да, то есть когда мы обращаемся к врачу, и врач нам прописывает противопаразитарные химические лекарства. Но лекарства достаточно очень сильные, лекарства, потому что там один прием таблетки, например, дикариса, да, или один прием немозола таблетки, или вармикса, это очень сильные, и зачастую, как правило, работают на один вид какой-то паразита, да, то есть, а я вам сказала уже, смотрите, и грибы, и вирусы, и бактерии, и все-все-все там огромное количество, чтобы нам... И у этих химических лекарств, друзья, очень сильное влияние на печень. То есть очень сильно влияют на печень. Но у нас в Коралловом клубе есть шикарные продукты, которые не относятся не к лечению, а которые относятся к оздоровлению. То есть к профилактике, да, к снижению патогенной флоры в своем организме. Сегодня я хочу вас познакомить с этой программой уникальной. Коробочку, к сожалению, я выкинула, но баночки у меня есть, поэтому я вам покажу состав этой программы. Программа называется «Парашилд» и «Парашилд плюс». Да, у нас две программы, но вот я сегодня о «Парашилд», потому что это доступная программа. Вообще у нас в Коралловом клубе все доступно. Почему? Потому что 200 рублей в день, чашка кофе по московским ценам, да? Вот, а при этом у нас за месяц можно создать такую благоприятную среду в своем организме. Так вот, я вам покажу в составе этой программы 5 продуктов. Представляете, целых 5 продуктов. И сейчас я буквально пробегусь о каждом продукте. Основной продукт в этой программе – это парафайт. Друзья, уникальнейший продукт. Здесь собраны все 12 трав противопаразитарных. Основной здесь, естественно, лист черного ореха. Здесь, естественно, тимьян, душица, перец, да, горький специальный,
Вот, здесь и полынь, горячавка, тысячелистник, душица. То есть 12 трав, которые... Вот если бы мы отдельно принимали какие-то травы, да, у них есть определенный эффект, но в коралловом клубе именно технологии специалистов выбрали определенные травы, которые работают на каждый из видов, и вместе они дополняют и усиливают друг друга. Синергия этих продуктов увеличивается в разы. Вот такой универсальный продукт Парафайт. Но, друзья, когда мы выселяем наших непрошенных гостей, они, к сожалению, тоже возмущаются. Они тоже не хотят покидать свой дом, в котором уютно устроились. Согласитесь, Наташ, это же так, кто согласится? Так сильно выделяют. Ух! Поэтому, кстати, на любой очистке нужно пить большее количество воды, чем обычно. Вот поэтому там Coral Mine. Да, здесь действительно есть вода, потому что их нужно вот промыть, да, то есть создать такую среду, мы увеличиваем воду на противопаразитарных программах, чтобы как ручьем смыло. Вот когда мы грязь видим какую-то, допустим, на пороге, мы же как шланг берем и во дворе вот так все промываем, да. Вот представьте, такой же шланг нужно устроить у нас. Так вот, такой уникальный продукт Парафайт. И вот эти друзья наши, они выделяют в этот момент токсины. Поэтому обязательно коралловая вода здесь идет и бурдок рут. Это лопух. Издревле лопух в славянские времена и поныне до сих пор используется во многих гомеопатических средствах и натуропатических средствах, да, как детоксикационный продукт. Этот продукт, который еще и снимает воспаление. То есть обязательно, когда паразита выселяют, да, на слизистой будет раздражение. Вот, продукт восстанавливает слизистую и помогает убирать токсины, которые выделяют в этот момент паразиты. Да, да, он как сорбент действует, сбирает в себя и выводит. Да, и вот... также улучшает слизистую саму, как восстанавливает. Да, Наташа, спасибо. Вот такой продукт, обожаю. Еще один продукт, друзья, в этой паразитарной программе Парашил, это сера, МСМ. Уникальный продукт, вот почему вот именно такая сборка этих продуктов. Вот представьте, МСМ, это знаете что? Это вот, например, я приведу такой образный пример. Вот если бы человек, да, говорит речь на огромную аудиторию, кто его услышит? Ну, 2-3 ряда первых, да? А дальше как? А вот МСМ – это вот некий такой микрофон или рупор, который прикладывается и усиливает действие, да, усиливает действие. Так вот, в данной противопаразитарной программе именно действие серы вот вместо вот такого рупора, то есть она усиливает действие противопаразитарных вот этих двух продуктов – парафайта и докрута, представляете? Синергия срабатывает, да. И эффект больше. Именно поэтому сера здесь, в этой программе. Конечно, могли бы, может быть, какой-то более, допустим, чеснок сюда положить, но нет, потому что здесь то тоже есть чеснок. В парафайте тоже есть чеснок, и сера усилит действие чеснока. Нет, сера, да, вообще, да, красота. Вот. Но это, Баирочка, надо нам с тобой следующему человеку передавать. Наташа, да. Я просто хочу подытожить. Друзья, смотрите, и еще флора. Чисто не там, где, как говорится, убирают, а там, где еще и заселяют. Да? И сразу мы положительную флору даем нашему организму. То есть сразу тут же убрали и заселили. Поэтому, друзья, если мы вовремя будем проходить противопаразитарные программы, абсолютно безвредные для организма, то в нашем организме вообще не создается такая среда для возникновения каких-то плохих заболеваний, да, то есть мы потому что промываем, и мы еще противопаразитаримся, как, сколько проходить, в среднем это 2 раза в год, и деткам, и взрослым 2 раза в год. Дозировки разные, можно отдельно взять программы, можно отдельно взять баночки, вот все это индивидуально, обращайтесь к своим наставникам, которые вот вели эфир, и поэтому вы получите все ответы на свои вопросы, друзья, и улучшите качество своего здоровья, как это мы делаем и продолжаем тоже делать. Вот. Так что спасибо, друзья, за внимание. Угу.
все, до встречи. Да, спасибо большое, Баирочка, за то, что нам подробно так рассказала про антипаразитарную программу. И не забывайте, что у каждого разные, у нас у всех организмы разные, разные показания, разные сложности. И поэтому вот на втором этапе нужно выбрать, какую программу очищающую вам нужно в данный момент. Кому-то нужна противопаразитарка, кому-то чаще всего нужна противогрибковая, но мы о ней сейчас не будем рассказывать, потому что это вообще тема отдельного эфира, потом как-нибудь проведем еще. Кому-то нужны еще какие-то целенаправленные вещи, кому-то понадобится консультация натуропата. Мы с вами в этом эфире говорим чисто о профилактике, целью вот профилактики применять программу 90 дней. И сейчас был второй этап. Вот если вы испытываете трудности с тем, чтобы подобрать программу, просто обратитесь к любому из ведущих этого эфира. Мы можем дать вам бесплатную личную консультацию по применению всех этих продуктов, составим вам лично на вас ориентированную программу 90 дней. А сейчас следующий гость у нас, который расскажет об очищении кишечника. Это у нас Мариночка наша Шердакова. Коловада – это вообще удивительная программа, которая чистит кишечник без вмешательства туда физического. Не надо ложиться на колонотерапию на 2 недели куда-то, не надо платить огромные деньги. Вообще, вот по цене чашки кофе московской, да, можно обойтись совершенно спокойно. Мариночка, привет, очень рада привет, тебя видеть. Дорогая, привет, девочки, слышно тебя хорошо. Вы такие красавицы, мне так приятно было вообще прям смотреть на вас, слушать вас вообще прям. Нам на тебя знаешь, тоже очень приятно смотреть. Кто меня не знает, могу сказать, что меня зовут Марина. Я 15 лет занимаюсь нутрициологией и веду группу по скандинавской ходьбе. Ну и плюсом с девочками мы с коллегами ведем различные мероприятия, различные праздники, да, да, ведем да. Чаты тоже по здоровью. Да, по различной информации. В общем, ребята, девчонки, присоединяйтесь. Да, моя сейчас задача рассказать вам о очистке кишечника. Конечно, вот вы уже послушали все, что про воду, да, про очистку от паразитов, от грибков и бактерий. Это вообще целый космос и целый мир, да, Наташа вообще правильно сказала. Я тоже, когда проходила ее, меня так разобрало, что я тоже писала пост об этом. Прям много-много их написала, этих постов, потому что действительно, насколько это важно. Я в коралловом клубе пользуюсь продукцией уже тоже 15 лет, и знаете, как не перестаю удивляться тому, что происходит, какие результаты происходят. Я же тоже недавно, вот сейчас День Победы, мы вообще уже празднуем, уже расслабляемся, да, уже рады вспомнить наших... дедов, наших родителей, кто участвовал, кто боролся за видимого врага. А мы, получается, девчонки, с вами боремся за невидимых, против невидимых врагов, против точнее, невидимых. Да, чтобы сохранить здоровье, сохранить мир в душе, сохранить мир в нашем организме. И, конечно, вот, знаете, хочу рассказать, мне вот часто пишут, вот был пост, да, знаете, Пасха на той неделе прошла, и был пост до нее большой. Я вообще использую всегда возможности природы, чтобы помочь себе. Это и сами по себе какие-то вот природные явления. И в те же время вот именно вот эти травки, вот эти продукты, которые нам предоставляет компания, для того, чтобы организм поменять. И люди мне пишут, я стала писать о том, что надо в пост там очищаться, и все. Люди такие, надо о духовном думать, о духовном надо думать, а ты там типа рассказываешь. Я вспоминаю свою бабушку, вспоминаю там своих вот уже ушедших, да, кто и воевал, дедушки, бабушки у меня были. Пост – это была очистка, полная очистка собственного тела. Мы заботились, конечно, о душе, но, опять же, да, я помню, как она голодала, я помню, как она убирала там молочные продукты, сладости, какие-то еще вот, да, и оставляла там... Все просто, и... тело да. – это храм души, да, да все и верно, думаем и о духовном, и о да, теле. Мы не можем изменить одну душу, не изменяя наше тело, не очищая это тело. И поэтому, конечно, я провела противогрибковую программу, очень такую капитальную, вот именно вот в этот пост, используя природные вот эти вот, да, и там звезды, как солнечные явления, вот, и потом пошла после него на комплексную очистку кишечника. И знаете почему? Потому что
какой принцип в компании, какой принцип у нас, какой принцип природы? Не убивать. Вот химические таблетки, они убивают, да, там грибков, бактерий, ну что там дают противовоспалительно, они их не уничтожают совсем, они не выводят их, но их просто убивают. И дополнительно к их токсинам появляется еще токсин от того, что они там разлагаются, от того, что они мертвые, не могут организм справиться их вывести. Да еще и вывести не дают, не дают того, что поможет это убрать, и оно там тухнет внутри. Именно это тухнет, дай бог, умные врачи говорят еще пробиотики подсоединять. Они просто эти пробиотики тоже так же должны гибнуть, потому что в этой среде, да, в этой кислой среде, они тоже гибнут. То есть толку не получается нет пить. А здесь что делают травки наши, которые вот мы пропиваем? Они просто-напросто делают невыносимой жизнь паразитов, грибков, бактерий. Они не дают им дышать. Они не дают им размножаться, и поэтому эти грибки, бактерии и прочая гадость, она пытается выбраться из нашего организма. Она пытается через кишечник, через кожу каким-то образом выйти. Сама пытается покинуть место жительства. Но организм бывает настолько слаб, что не может справиться с этой оравой, и, конечно, нужна помощь. Поэтому следующий этап после противогрибковых, противопаразитарной программы – это комплексная очистка кишечника. Она вот выглядит так, видите, называется коловада. Есть две коловады. Коловада плюс и коловада лайт. Плюс это когда 4 дня голода. Но я сейчас расскажу, это не совсем такой голод, как вы понимаете. А вторая коловада, она полегче, она уже без голода. И вы не представляете... Но тоже менять образ питания очень, приходится. Очень, да. Образ питания обязательно нужно менять. Это не раздражающее, это очень легкая еда, тушеные овощи, там нежирная рыбка или мяско, нежирное, да, супчики, пюре, вот все, что я вот ела, и уменьшала постепенно. Я взяла этот раз, я решила за себя хорошо взяться, я взяла плюс, который с голодом. У меня осталась коробочка, но не осталось внутренности, как вы понимаете, да. Вот, и в ней было, вот смотрите, вот еще несколько коробочек. Каждая коробочка обозначает свой этап, потому что в этой программе она всего 14 дней, вообще легко, да? И там три этапа. Один этап подготовки кишечника, то есть уже начинают собирать токсины, яды, все этих грибков, бактерий в одну кучку, чтобы выводить их. Второй этап, вот он с голодом, оно как конкретно уже выводит, всасывает вот это вот. Сейчас покажу вам пакетик глины, у меня остался специально для того, чтобы показать. Вот такие пакетики, место еды. Да, чудо-штука. Да, кто бы мог подумать, да? Мы выпиваем. А можно свои 5 копеек на правах ведущего? Я поражаюсь, как эта штука действует чудесно. Вот эти вот парафайтом и листом черного ореха мы притупляем действие, вот паразиты, они начинают слабеть, да, вот такие там сидят, вот такие уже не могу. Уже там, обычно они прикрепляются на стенках кишечника, а тут у них ослабляется хватка. И вот эта глина, она так идет, как каток, аккуратненько так, раз, единственное, тут мягко, и так раз, и отдирается. И получается, и поскольку она там тоже хорошо улучшает слизистую, слизистая сразу быстро восстанавливается. Да, и да, вот это вот все сгребается, все эти каловые камни, вся эта вот шушера-мушера. Если посмотрите в это время в туалет, простите за тему, да, то вы испугаетесь. Некоторые вот таких червяков вытаскивали. Да. Ваш покорный слуга тоже самое. Вот. Жуть была, страшно было. На первых программах. Первые разы, да. Что из тебя вылезает, какого цвета и так. А дальше уже, когда раз за разом ты каждый год делаешь, оно просто впитывает в себя внутрь, все всасывает, как такая амеба, да, и уже на выход. Ну, конечно, обязательно нужно очень много пить воды, потому что эта глина расширяется, она всасывает в себя, ну, для того, чтобы ей всосать также и собрать в себя внутрь вот эти всю гадость, да, все вот токсины, яды, грибки, бактерии, она, конечно, должна получать эту воду, чтобы с помощью, вот, ну, был всасывающий вот этот вот эффект. Да. Я забыла взвеситься, думала, ну что, я уже 10 раз пила коловаду, и, в общем-то, что. Но я, с другой стороны, на 4 сантиметра везде в объемах по 4 сантиметра уменьшилась в этот раз. Поэтому вот у кого как, себя. Но это не нужно рассматривать как средство снижения веса. Да, все-таки в первую очередь это очистка кишечника. Кто как, правильно. Кто-то сильно худеет, а кто-то вообще нет. Да. Кто как.
А поэтому я и не стала взвешиваться, потому что я понимаю, что если я все время занимаюсь профилактикой, все время соблюдаю вот эту вот систему, концепцию здоровья, и я и думала, что я, ну, освежусь, и в принципе все. Но действительно, я хорошо так освежилась, что я просто себя чувствовала уже, ну, вообще другой уровень энергетики просто-напросто. Да, то есть совершенно. Все время хочется делать. Я сейчас вот понимаю, что я после нее все время что-то делаю, и даже реально как бы спать не хочется, да? И я уже задумала, что надо мне теперь немножко уже с другим делом заняться, нормализовать себе режим дня, следующую программу клеточного питания, восстановления, чего там мне хочется, да, восстановить. Это может каждый себе задумать то, что ему хочется. Хочешь зрение, хочешь суставы, хочешь что. После этих программ... Да, вот сейчас как раз у нас как раз и расскажет нам Валечка, да, кстати, да, вот я вижу, она тоже есть. Все тут же, да-да-да, Наташа, я просто удивляюсь. Улучшается обмен веществ. Да. Если бы не эта система, девочки, ну, наверное, мальчики, наверное, бы им все, ну, очень, большая половина людей говорила, что были, что БАДы и витамины не работают. Но только появляется чистый организм от грибков, бактерий и внутренняя среда, все начинает работать. Поэтому, точно. Эту программу да. очень многие известные люди используют и даже уже начали делиться об этом. Раньше как-то так помалкивали между да. собой, делились, а... Вот так вот посмотришь да, в блогах да. у других людей, стоит вот эта коловада у них на кухне. Да, ее все оценили. Вот кто пропил, ее все оценили. Кто правильно ее пропил. А для этого, пожалуйста, обращайтесь к нам, к консультантам, да. и мы вам расскажем. Мы делаем периодически специальные марафоны по проведению таких вот программ. Кстати, сейчас идет у нас марафон про воду. Тоже можете начинается. Подключиться, напишите да, нам в личку. Он начинается с понедельника, да, Марина? Да, с понедельника. Угу. Вот, с завтрашнего дня уже. Так что, друзья, у вас есть прекрасная возможность подключиться. Вот можете написать там Яне, Баире, Марине, мне, вот Вале, которая сейчас будет выступать, кому угодно. Мы вас да. подключим в чат. Это бесплатный марафон. Да, просто да. узнаете про воду. Да, я Марина вот тоже чат знаете, делает. Вот этот марафон, практикум, марафон-практикум, он, я бы сказала, что он благотворительный, потому что он бесплатный, там ничего платить не надо. Там нужно вникать, слушать и понимать, для чего это нужно, для чего нужно пить воду. И да, и медики читают эфиры. Да. Там читают медики, извините, они делают так. это для вас, для, ну, для того, чтобы сделать угу. вам всем благо, да, кто еще не понимает, для чего это, зачем нужно. Поэтому угу. с завтрашнего дня приходите, присоединяйтесь, пишите. Угу. Спасибо тебе, Мариночка. Передаем слово Валечке. Я буду слушать следующего выступающего. Хорошо. Так, сейчас подключаю Валентину. Валентина нам хочет рассказать сейчас о том, какая есть программа, например, для уже вот накормить клетку, да? Правильно, Валечка? Привет. Приятно тебя видеть. Так, отлично. Валя вообще у нас сегодня первый раз в эфире, и вот, держись. Но вдвоем всегда да. легче. Что, вообще, я скажу так, что я сейчас нахожусь в положении, то есть у меня беременность идет, поэтому сейчас это особенно актуально. Все, что вот рассказывали до, я, допустим, проходила это до беременности. Потому что в процессе угу. беременности, когда нужно наслаждаться процессом, а не сидеть там первый триместр возле унитаза, конечно, простите, и так далее. Точно. Это к вопросу тому, что токсикоз – это не норма, и я не какая-то такая там особенная или что-то, что у меня его не было. Допустим, в первую беременность легкий у меня был. Но угу. сейчас я уже научилась, что и как, и поэтому сейчас с радостью поделюсь. Вот, и в плане клеточного питания обязательно, то есть это в период, uh-huh. чтобы как бы, ребенок формировался правильно и не высасывался соки из мамы, чтобы мама потом не была как бы... Да, чтобы мама жива осталась, да, ребенок хороший родился. Да, это обязательно, поэтому нужна поддержка. Вот, обязательно, ну, говорили, вода, причем сделаем пометочку, что вес увеличивается, поэтому норму нужно не забывать тоже увеличивать. Да, вот так вот кладем Coral Mine вот так в водичку. Да, потом это, для меня это энергия. То есть вот в первую очередь, чтобы не спать там, не засыпать, потому что очень многие беременяшки вообще как бы мне не хватает. Вот этот да. джайзер такой хороший. Как-то. А еще минус токсикоз. Минус токсикоз, да. Потому что вода, вот выпивая норму воды, то есть ну, увеличивая, чем больше вообще, тем лучше. Вот. И все, никакого токсикоза
тебе это заживешь. А еще, Валь, вот поделись. Многие говорят, что беременным много нельзя пить воды, потому что отеки. Вот как ты с этим справляешься? У меня нет отеков. Видите, все их все меряют. Я тоже захожу на консультации, когда проверяют. Там, а, смотрят, все пугают, да? Они все смотрят, что ничего нет. У меня это уже третья, получается, беременность. Поэтому у меня не было ни в первую, ни во вторую, ни в третью. Но я тогда... То есть вообще, как я связалась с Коралом-клубом, это были проблемы у меня с беременностью. И вот моя первая беременность, это вот как раз Кораловская была. Но я тогда не все слушала. Не все это, то есть воды не допивала, в результате отеков не было, но вот токсикоз у меня был легкий, небольшой как бы этот. Вот. Uh-huh. А пить, если правильную воду, которая усваивается, которая биодоступная, чтобы она была правильная, нужно положить в нее корал, вот, тогда она усваивается. Да, вот на этой нет отек, точно. Отеков нет. И тут не только я как бы это сказала. Это я как вам человек с варикозом говорю. Тоже. Так, дальше что у тебя там в программе рассказывают? Дальше я иду, ассимилятор по него уже говорили, но я добавлю еще у меня папайя. То есть они как бы... Ага, еще для белка, да? Для белка особенно. Побольше. Но она как бы, она еще вкусная, это ферменты. Тут один как бы фермент всего, но она очень вкусная, и работает именно на белок, как бы классно все это. Ну да, беременной надо белка побольше. Ассимилятор посильнее, но он тоже как бы... В каких-то сложных ситуациях, допустим, чувствую, что что-то не так. Вот, и все. И все хорошо. 10 минут, ничего. Да, кстати, если человеку поплохело, очень легко. H500 с ассимилятором высыпал в Coral Mine и выпил горячий стакан. Красота. И шикарно, да. Лецитин, да. Тоже, это нужно обязательно и ребенку, и маме. Печень поддерживаем, и поддерживаем. Мозг. Мозг, память, это обязательно. А еще лецитин строит оболочки клеток. Да. Укрепляет. Да, да, да. Классная штучка. Зеленушка, спирулина. Дайте, дайте, я хочу. Спирулина. Очень вкусная. То есть, если вы думаете, что съели там 200 грамм курицы, там получили 200 грамм там аминокислот, ну, в общем, смысл в том, что нет, там нет, такого не будет. А здесь там их меньше. Да, значительно меньше. Здесь усваиваемость лучше значительно. И это очень много водорослей. То есть это даже, да. Как, допустим, мясо не едят, так это... Да, я веганы прямо пила, обожают. Поэтому это. Вообще, да. Вот, спирулина. Тут и аминокислоты, и витамины, и что-то только нет. Короче, вообще очень полезно. Все есть, штука. Да. Ну, и легко усваивается. Помимо этого я еще вот пью обязательно пренатал. Ну, и причем скажу, это не только для беременных, хоть он так и называется. Комплекс. Я сейчас пью, витамины. Хотя я не беременная. И мужчины пьют, и все. То есть очень классный состав. Гормоны хорошо поддерживает очень. Да, и там и омега, и бэшек очень много. Вообще чудесный комплекс, мне нравится очень. По серу тоже говорили, я ее тоже пью, но тут еще как добавлю, что это волосы, ногти и так далее, поэтому... Да, она улучшает синтез коллагена, и поэтому все укрепляется, всё вообще укрепляется. Красота. Все укрепляется, а это моя тема, потому что у меня, допустим, после двух беременностей волосы там полезли, это, а сейчас у меня даже там такие антенны там торчат. Кстати, и от растяжек защита тоже. Угу. А, полезные жиры. Либо это, вот, у меня тоже сейчас туда вот же. Вариант, либо омега-360, то есть. У тебя жир печени акулы, да? Жир печени акулы, да. Это жир. Ага, то что-то я не вижу. Ага. Да-да-да. Он еще и вот при всяких вирусах, ходящих вокруг, очень защищает организм хорошо. Он еще, да, он иммунитет поддерживает. Да-да-да. Вот, микрофлору для поддержки тоже суперфлора обязательно. Чтобы там все хорошо было. Да, чтобы ребеночку чистые родовые пути достали. С хорошей флорой. Магний. На ночь это спокойная нервная система. Нервы. А это еще, да, у меня после, допустим, в первых родах у меня свело ногу, то есть был такой момент. Вот. Бывает от этого, от нехватки магния. Угу. Да, поэтому сейчас я его активно пью. Вот, и кальций. Но про кальций нужно помнить, за 2 месяца до родов его надо прекратить пить. Да, это не нужно там уже. Кальций, он нужен, то есть он и костям ребенка, и моим, и все, чтобы там подвижность сохранить, поэтому за 2 месяца я его прекратила. Да, тут все, столько строительства надо на ребенка.
Вот это кирпичики для строительства. Это кирпичики, да-да-да, чтобы все заложилось, все, что нужно. Все. Ой, вкусно, как ты живешь-то, я завидую. Хотя я тоже так же вкусно живу. В первом триместре еще была дополнительно добавлена, это фолиевая кислота тоже, где-то была, от нее осталась. Но она есть. Она такая небольшая. Вот, и еще добавлю то, что я как бы сторонница, я знаю, что есть, кто, допустим, в беременности коловаду проходит, и все есть, ну, это как бы с каждым сам решает. Я считаю, что сильную очистку именно в беременность не стоит, лучше перед этим подготовиться, но беременность длительная, поэтому, чтобы когда какие-то там процессы заглушить, скажем так, чтобы бактерии там сильно не расшумелись, там, грибки и так далее, я поэтому еще вот для профилактики. Серебро, да. Это вы его периодически, 20, да, курсами? Да, 20 через 20. То есть 20 дней пью, 20 там пью. Вот так вот. Заметьте, это такое серебро, которое не страшно даже беременным и даже грудным детям там с самого рождения. Это такая форма серебра, да, которая не накапливается. У меня дети с рождения, у меня когда, если у них конъюнктивит или что-то, вот когда с рождения были, то есть я никакие не цыты, ничего там в глаза не капала, когда Достаточно, глаза. Пару раз капнул, вот, все. Капала серебро, да. Безопасная поэтому штука, точно. Вот, ой, спасибо тебе, так вкусно рассказал. Спасибо, Валь. Валь, тебе просто огромных успехов во всем, здоровья крепкого. Ну, я в тебе не сомневаюсь, что все так, как ты настроилась, так и будет, все хорошо. Спасибо, что с нами поделилась. Вот смотрите, видите, и беременность тоже надо подкармливать, и вообще вот как угодно, да. Вот под ситуацию, под любую, можно подобрать программу, которая будет нас поддерживать. Вот для Вали программа для беременных. У меня сейчас поддержка гормонов, потому что мне вот 46 лет, у меня уже начинается переделка, перестройка организма на вот этот вот период интересных женщин. И тоже, знаешь, кстати, созвучно с твоей программой в некоторых случаях тоже. А, ну, действительно, то есть у кого что, где-то что-то не достает, не дефициты, потому что есть еще куча продуктов, которые можно, то есть это программа. Да, еще есть упаковки, прям вот, да, для сердца, там есть упаковки просто для поддержания, если при истощении. Есть чисто на нервы, вот Mental Force у нас там есть. Просто на чем хочу заострить ваше внимание, вот почему даже все ищут и в итоге остаются в клубе, в Коралловом, потому что там есть именно научный подход. Эта компания именно заточена под то, чтобы дать хорошие, качественные биологические добавки людям. Это не компания, которая там продает средства для уборки и попутно БАДами занимается. Нет, здесь целенаправленно работает огромное количество ученых, ищут разные разработки. Есть совет директоров, каждый директор отвечает за каждое направление, и все они ищут всякие вот новшества. Вот у нас липосомальные витамины недавно вышли, в принципе, их пока еще нигде нет. И так далее. То есть у нас компания постоянно следит именно вот за этим направлением, и в этом направлении все улучшается и улучшается. Поэтому такие результаты хорошие получаются. Вот, Валь, ты так вот хорошо сказала, что первая беременность сложнее была, да, а с продуктами уже вот на программе 90, да, на этих программах специальных уже совсем по-другому себя чувствуешь, да? Совершенно. Да, спасибо тебе огромное, да. Это, конечно, так, очень хорошо. Ладно, сможешь сама отключиться? Получишь там крестик такой справа. Нажмешь? Да, и потом опять заходи. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто сегодня участвовал. У нас уже час заканчивается, поэтому я подытожу, друзья мои. Законы жизни в современных условиях какие? Психология, положительный настрой, движение регулярное, вода, еда, очищение, да, вот эти все правильные вещи. Если постоянно чередовать один месяц, напоить организм, второй месяц почистить организм, третий месяц накормить, потом опять напоить, очистить, накормить, и так целый год, вы будете чувствовать себя совершенно по-другому, качество жизни изменится, и для этого совершенно не нужно быть врачом. Для этого врачи уже за нас подумали, когда составили эти программы уже проверены на тысячах людей, и уже многие программы, большинство из них уже по 20 лет дают прекрасные результаты. Каждый из участников этого эфира может дать развернутую полноценную консультацию на этот счет, потому что
Мы, к тому же, еще занимаемся этим давно, по 5 лет в основном каждый из нас, кто-то даже больше, и все имеем определенное образование нутрициологическое. Поэтому мы уже можем вас проконсультировать полностью. Если какие-то случаи у вас более серьезные, мы вам можем сказать, к какому врачу пойти, чтобы получить хороший результат. Поэтому наша задача — просто создать условия для полноценного здоровья с помощью вот этих программ, они нам помогают. Тогда организм сам будет себя восстанавливать. Для этого совершенно не нужно быть врачом. Нужно просто взять ответственность за свое здоровье на себя. Спасибо всем, кто сегодня участвовал. Поздравляю всех еще раз с праздником чудесного продолжения дня. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ждем вас на марафоне о воде. Пишите нам в директ.